Привет всем! Вы на канале вязания, я Светлана Садыгова. Сегодня я хочу начать вязать внучке шапочку под такие же вот штанишки, как я вязала. Так, но я хочу вязать двойную с отворотом. Двойная шапочка. Одна сторона вот будет такого цвета, как штаны. И вторая точно такая пряжа. Вот такого цвета. Она когда будет заворачиваться, получится, что отворот будет на таком тоне, вот такой, а на таком такой. И та же пряжа. Сейчас вот я вам навела. Yarn Art Summer. Это турецкая пряжа. 70% катона. 30% вискозы, 100 грамм здесь, в 100 грамме 350 метров. Так, буду вязать спицами круговыми, спицы 3 миллиметра. Перед началом образца, перед началом вязания, я вот связала уже образец, буду вязать лицевой гладью. Чтобы можно было тогда отвернуть этот отворот, и получится как шапка бини, можно ее и так одеть. Так, вот смотрите, я провязала образец. Образец я вязала лицевой гладью, но классическими петлями. Так, вот довольно хорошо смотрится. Я измерила образец. Вот от начала до конца получилось у меня. Можно и растянуть вот так этот образец, да, и его заново измерить, и сколько наберется, столько и вязать. А лучше всего в таком виде его измерить, потом его растянуть, как я вам показала, да, и измерить, и потом средний результат разделить, получится средний, то есть взять один размер одного образца и второго образца, уже когда растянули, разделить на 2, и получится среднее арифметическое, то и возьмете. Но я так сделала. Все, я, по-моему, расчеты всем рассказала. Начинаем вязать. Набираем на круговые спицы номер 3 на 3 миллиметра. Будем вязать по кругу лицевой гладью. То есть лицевые петли будут постоянно идти у нас. Так, приступаем.